У столице есть? Есть, да. Можно вообще включить. Давай, начнем. Так, Малиновский районный суд места Одессы продолжил розгляд цивильной справы за позовом Вергун Виталия Анатольевича до Яницкого Игоря Сергеевича, рядового поліції, інспектора ПС роти номер 1 батальйон номер 3 управління патрульної поліції в місті Одеса. Адміністративний позов про скасування постанови про адміністративне правопорушення. До суду з'явився сам позивач, на який приймали вже неодноразово участь у справі. Присядьте, ваша особа встановлена. З'явилися у нас боку відповідача. Також назвіть себе. Мінський Ігор Сергійович, інспектор патрульної поліції міста Одеса. Ви дійсно на підставі посвідчення, так? Да. Так, ваша особа встановлюється. Число місця їх народження, тут не вказує? Є паспорт встановлюється. Так, встановлена ваша особа, повертається посвідчення і паспорт. Копію паспорта нужно буде надати. Хорошо. І з'явився у нас ще представник патрульної служби, так? Ви так? Назвіть. Замкар Та Миколаєвич, дійно підставі довіреності надано до матеріалів справи. Так, повертається ваше посвідчення. А ви не представляєте, так, інтерес? Ви просто здійснюєте відеофіксацію такого засідання. Так. Справа слухається в складі суду головуючий суддя Леонов, три судове засідання Малиш. Роз'яснюється право заявляти відводи складу суду. Довіряєте слухати справу в цьому складі суду? Так. Довіряєте. Саме відводи також не заявлені. Оскільки ви вперше з'явилися судове засідання, права і обов'язки є необхідність вам роз'яснювати? Так, якщо виникнуть якісь питання взагалі з приводу, можливо, щось незрозуміло, вам також з приводу прав та обов'язків можна звернутися і суд вам роз'яснить. Зрозуміло? Які заяви чи клопотання є сьогодні? Спочатку позивач. Є на даний час? Покажте. Немає? Ні. У вас які? Є питання про залучення третьої особи в лице управління охоронної поліції. А чому ви хочете їх залучити? Ви ж працюєте, так, в управлінні? Так точно, там роботу, тому що якщо суд признає незаконним це постановлення, то ко мені може бути применено адміністративне дисциплінарне взискання вот, ну, в пределах того місця, де я працюю. Так. Не возражаете? Я возражаю. Я никоим образом не пытаюсь ущемлять права полиции, не ущемляю, поэтому считаю, что присутствие представителя не обязательно. Так, зрозуміло. Больше заявочек от питань немає? Суд выдаляется на радчику методу для принятия всего приводу ухвали. Прошу вас. Ваш? Да. Тільки з нашої сторони. Від управління. Підписано. Давайте з цього приводимо. Добре. Про скасування постанови про адміністративне правопорушення. Коли залучити до участі у справі номер 521/220/15-15А
якості третьої особи управління патрульної служби міста Одеси. Ухвала скаржу накидає, суддя підпис. Хобі зараз ми надамо вам ці ухвали після засідання, оскільки принтер не працює. Так, також присядьте, будь ласка. Вам була надана витяги справ, де роз'яснено права і обов'язки. Будь ласка, складіть розписку, що ви отримали, надайте нам також до слова. І для позивача дуже дещо. Є письмові заперечення ще з додатками. Диск відеозапису, в смісті тоді. Прошу залучити. Для суда і для сторони є? По сторони є заперечення, тільки без додатків. Диски – це диск, так? Диски, там ще з того ж диска зроблені картинки. Буде так. Так. З этими додатками у вас там немає копій. Ознакомьтесь, не возражайте при общении к делу с этим фототаблицей. Можно взять? Да, я же уже видел. Я також глянув ці таблиці, там вони підписані? Ні. Ну, а що можна не запідписати? Показати, які це там адресати і так далі. От таблиці складаються... Можна вопрос? Да. Я хотів би уточнити, від чого імені от цього запорішення видано? От третього лиця і від ответчика? Ну, і я запорішую. Вот все вот запрещение, потому что третье лицо не является ответчиком. Понятно. Ну, сейчас мы вырежем все показания про заучение до материальных справ и копий, которые вы используете, копии и документы надо. Тоже возражаете? Я не возражаю против фотографий, я не видел диска, не знаю, что на диске, но только фотографии не возражаю. Фотография, это даже сценарий диска, да? То есть на диске фотографии? Теперь это диск идет, просто я сделал некоторые картинки типа с этого диска, чтобы просто было видно сам фактор. На диске видеозапись или? Да, видеозапись. Видеозапись это просто сохраненные картинки с этой видеозаписи. Давайте глянем вот такие судебные исследования еще. Сейчас. Ну, хочется подивиться, что там за диск, вы спрашиваете, не знали, что это. А потом выясним. Залучать я очень залучаю. Господин судья, ну я в принципе не настаиваю на просмотре диска, если вы посчитаете нужным просматривать его. Я же не знаю то, что там. Может там какой-то видеофильм непонятный. Немецкий. Немецкий. Может. А вы его просматривали перед тем, как его записали? После того, как его записали? Нет. Сам диск не просматривал. Просит вставить диск, а я вот его ставил, чтобы это записали. Ну, вроде бы как записано что-то, но... Есть тоже только на флешке. Если есть возможность, я еще... Можно понять, что... Хорошо, попробуем. Просто у нас техника чуть-чуть. Да. А по поводу фотографии можно будет сделать замечание? Ну, что вы хотите фотографии? Я хотел спросить вот эту фотографию. С какой она датой? Нет, это мест времени совершения нет. Это просто схема, где мы просто проезжали. Это с Google Car сделал. Время, которое вы совершали от вашей машины, вот это в тот же день, в то же время, вот этот разрыв, о котором вы говорите. Uh-huh. Все. А вот это просто чисто для схемы, чтобы было видно привязка к месту. Не видит даже. Не видит диск. У меня тоже не видит диск.
есть необходимость данного судебного заседания посмотреть видео, если оно на... Знаешь, носитель? Могу просто записать. Не запрещено. Так, с приводу вашего, клопотання про залучення до матеріалів справи ваших заперечень з додатками, суд задовольняє частково, окрім диска, оскільки він не воспроизводиться. Так? З приводу пояснень, які, ну давайте так, це всі вже клопотання, більше нікого немає заявчих клопотання. У мене от тільки відеозапись. Ви її хочете надати належним чином оформити? Да. Просто, так, щоб її можна було просмотрити. Ну, ви її заявили, скажімо так, до початку розгляду справи. Фактично, суд вам роз'яснює, що ви маєте право надати це. Належним чином оформлено, а щоб вона, якщо вона у вас є. Можна? Господин судья, я в принципе не считаю, что такая крайняя необходимость просматривать это видео, потому что я не отрицаю, что действительно совершил маневр в этом месте. Не, просто там на видео конкретно видно сама разметка, там где вы ходили с инспектором, смотрели, подходили. Есть фотографии, есть все этого места. Ну да. Там, если вы говорите, что там она износ какой-то или еще там что-то было, там более подробно будет видно на видео, потому что как фотографии не цветные видно, а просто распечатано на черно-белом принтере. На відео буде все гораздо лучше видно. Зрозуміло. Ну, чисто із технічної необхідності це клопотання, ну, заявляти, так, уже, оскільки ви належним чином думали, що підготували, але не підготували. Тому з цим вам зрозуміло. Давайте так, більше ніяких заявчих клопотань немає, крім цього. У ответчика, те саме, Яницького, у вас немає дуже? Ні, не лише. Так, давайте тоді, оскільки ви з'явились і, скажімо так, в судовому засіданні, позивач вже свої пояснення надавав, копію позову ви отримали? Ще раз. Отримали. Є питання до позивача з приводу позову? Якщо хочете, можете ще щось додатково повідомити суду. Ну і сторона. Поки ні. Є питання до позивача? Просто на даному пояснення не особливо. Тому ми вас вислухаємо. Так. Спочатку ви не пробуєте. Ви позов визнаєте? Позов визнаю, але я також визнаю... Ой, заперечую. Я також утверждаю, що було правонарушення. Чому? Тому що по внутрішнім убежденням і по візуальному восприйняттю окружаючої середи ну, для меня разметка ВНА сплошная просматривалась четко и нормально, причем ну, достаточно большого расстояния. Тот разрыв, который был, это разрыв не по ГОСТам, это разрыв не по правилам дорожного движения, которые являются подзаконным актом. Это разрыв, это не до рассмотрения, насколько я понимаю, дорожных служб, это просто были технические работы на данном участке дороги, была латка. Метровая латка, на которой отсутствует разметка, никак не может являться разрывом для пересечения. Кроме того, двойная сплошная разметка не имеет разрыва. Она имеет пунктирную линию с одной стороны, с той стороны, с которой она пересекается. Вот, поэтому ну, я считаю, что как бы, факт правонарушения был. Просто нарушение правил дорожного движения в Украине. Разумею. Хотя там была вот эта вот метровая вот, как бы, проплешина, но... Но это нельзя назвать разрывом, либо ну, нечетким ее видением. То есть, ну, это понятно, что... Понятно. Питание есть, господин? Да. Ну, я хотел для начала выяснить, вот только что ответчик сказал, что он считает, что там двойная сплошная идет неразрывная линия. А вот представитель его 5 минут назад сказал, что вот на фотографии хорошо виден разрыв. Вы как-то можете прокомментировать? Разрыв метровый, это который... Появился через в результате того, что была латка на дороге. Вы уверяете сейчас, что там метр, да, 100 сантиметров? Ну, визуально. Я ни с метром не измерял, но там никак не ширина машины, никак не ширина Т-образного перекрестка, к которому примыкал междугородовой проезд. Хорошо. По месту у нас нет с вами разногласий, именно про это место есть речь. Там вот, на вашей... Назовите улицу. Улица генерала Петрова, вы со двора. Я помню это место. Хорошо. Значит, вы уверены, что так идет неразрывная двойная сплошная линия?
Ну, смотрите, если бы там был разрыв, да, уверен. Если бы там был разрыв, он должен быть на ширину этого Т-образного перекрестка для нормального заезда и выезда автомобиля. Но никак не разрыв, который уже, чем ширина автомобиля. Я не скажу в сантиметрах и метрах, но ну, визуально он явно уже, чем там, ширина автомобиля. Извиняюсь, что перебиваю, да. Но там не Т-образный перекресток. И... Ну, я, ну, ну, вы, стороны вы признаете, что там есть разрывы? Но это разрыв не для проезда. Это не тот разрыв, который позволяет пересекать эту линию. А какой ширины должен быть разрыв, чтобы можно было пересекать? Ну, во-первых, должен быть не разрыв, а пунктирная линия с одной стороны, которая позволяет пересекать двойную точную линию с, только с одной стороны. Либо разрыв на ширину примыкающей ну, проезжей части. То есть ну, Т-образный перекресток или X-образный, в принципе, это не важно. То есть на ширину свободного заезда двух автомобилей хотя бы. Этого не было. Есть где-то такая формулировка такая? Формулировки нет, но... Это вы как бы, предполагаете просто, да? Ну, это я предполагаю, но смотрите, получается просто разрыв, который меньше ширины автомобиля, нельзя считать проездом. Ну, я думаю, это понятно просто. Людям, которые сдавали, заканчивали автошколу, получали водительское удостоверение той или иной категории, как бы разрыв, который меньше, чем ширина автомобиля, нельзя считать выездом, заездом, либо разрывом именно двойной сплошной линии. Я понял вашу точку зрения. В общем, вы считаете, что там идет двойная сплошная, непрерывно цельная двойная сплошная линия, которая Просто вовремя не был устранен дорожными службами вот этот вот небольшой разрыв, не доукрашен. Вследствие того, что там появилась дорожная лавка. Хорошо. По постанове у меня вопрос. Вы постанову выносили на месте? На месте. Да? Ко мне подошел сначала ваш напарник? Подошел. А потом он подошел с блокнотиком, в который хотел вписывать мои личные данные, я запретил ему это делать, после этого подошли вы с постановкой. Да, постанову сразу вносить можно, вы показываете, предъявляете удостоверение, переписываем. Я вам сразу же предъявил удостоверение? Знаете, я уже не помню. Это было давно, я, честно говоря, не помню. Но я не говорю, что не буду показывать ничего. Я помню, был факт, что... Я вам попытался объяснить, вот, на основании чего там нету нарушения. Вы сказали, что вы не согласны ни с какими доводами, да, вы хотите составлять постанову. Да. Дальше. Следующий вопрос вы тут же задали. Буду ли я ее подписывать, либо останавливать двух понятных, да? И что я вам ответил? Ваше право отказаться от подписи, вы отказываетесь. Так я вам сказал. Также вы хотели написать... Не так же, а... Я дословно не помню. Ну, я вам дословно говорю, я сказал, что я хочу дать свои пояснения, написать. После этого я подпишу документ. Я вам предлагал на листе бумаги это? Нет, вы сказали... В постанове это не у нас. Нет, вы сказали, что я не имею права ничего вписывать в эту постанову. Я обязан подписать ее, а потом при желании я скажу суду. Я вам сказал, что если я подписываю документ, я априори с ним согласен с его содержанием изначально. Я хочу дать свои пояснения. Вы подписываете всего лишь согласие. Вы лишили меня такого права? Смотрите, в постанове вы не можете вносить какие-либо изменения, там нету даже такого пункта, и строки нету, это не протокол. Но вы мне сказали, что пояснения давать не пояснения вы могли дать, и, насколько я помню, я должен был, и скорее всего говорил об этом, либо на листе чистой бумаги, либо в бланке пояснения. В постанову оно не вносится. Я дословно не помню, но... Хорошо, эту постанову вам кто выдал? Бланк? Управление патрульной полиции. Там должна быть печать? Там стоит печать, прямоугольная печать с реквизитами для оплаты. Это не печать. А постанова это номерной документ, там есть номер, серия. Ну, внизу есть место для печати, насколько я понимаю, да? Есть там место для печати? Там не подписано, не пишется. Там одна единственная печать, сколько я работаю, сколько я пользуюсь, там одна единственная печать стоит. Вот это вот прямоугольная печать. Штамп. У меня будет пояснение по этому поводу, если вас интересует. Скажите, пожалуйста, с какими законами, с какими моими правами вы меня ознакомили во время всего этого действия? В полной мере мы не успели вас ознакомить, так как в силу тех обстоятельств, которые сложились, ознакомили вас с тем, что у вас есть право в течение 10 дней скажете эту постанову. Вот. У вас есть 15 дней для... проплаты штрафа по этой постанове, в том случае, если вы согласны. Вот, либо 10 дней для, скажем, дальше я вас не успел ни с чем ознакомить, потому что вы закрылись в автомобиле, вы не выходили. Вот. И
Я просто не дошел даже до того пункта по постанове, когда вас ознакомлюсь. Если бы я ее вам предоставил на подпись, я бы вас ознакомил. Там две подписи. Одна идет подпись за то, что вы получаете копию, вторая подпись ознакомление со статьями. Вы меня удерживали 38 минут. Приехало еще несколько экипажей. Один экипаж приехал. А ваш старший там майор Янголицкий? Янголенко. Да. Еще он приехал дополнительно, он пытался что-то... И за все это время, за 38 минут у вас не хватило времени. Я был все это время закрыт у себя в машине и не разговаривал с вами? Ну, вы не были закрыты, вы закрылись сами, вас никто не... Ну да, я сам закрылся в машине и не разговаривал с вами. Ну, периодически да? Вы выходили на контакт, периодически нет. Периодически? Также был момент, когда вы закрылись в машине и не хотели... идти на контакт, не давать никаких объяснений. Кроме того, всего прочего, хочу заметить, что какой бы там ни был разрыв, в данном случае этот разрыв, о котором я говорю, этот разрыв меньше ширины автомобиля, и он не предполагает пересечения данного участка дороги. И человек, будучи водителем такси, кроме того, всего прочего, подвергал в той или иной мере опасность жизни ребенка несовершеннолетнего и его матери, которых он перевозил на заднем сиденье данного автомобиля. Потому что двойная скоростная линия она запрещена для пересечения. Можно прокомментировать? Можно питание задать. А, питание. Да, давайте так. Значит, с моими правами вы меня не ознакомили. Вас ознакомили не в полной мере, потому что это не было сделать возможным в силу тех причин, которые сложились. Хорошо. Вы мне предлагали воспользоваться правовой помощью? До этого пункта мы не дошли. Но я вам разъяснял. Ну, вы дошли до пункта, когда вы составили протокол, вы его подписали, вы все сделали, а вот эти пункты вы упустили, да? Эти пункты были упущены, почему? Потому что оборвался диалог, не было дальше нормального конструктивного диалога, вы не хотели ознакомливаться, смотреть и читать постанову, и... Вы можете предоставить доказательства ваших сообществ? Видеозапись только. Ну, предоставьте, пожалуйста. За 38 минут беседы со всеми вашими сотрудниками, беседы, никто не попытался мне как-то разъяснить мои права, предложить какую-то юридическую помощь, предложить перенести рассмотрение дела в райотдел, или как это называется сейчас? Постанова выносится на месте, она переносится. Мы имеем право выносить ее по факту, по месту совершения. Все, нет вопросов. Больше нет вопросов. У вас есть вопросы? Да. Так, у мене лише до вас уточнююче питання. Так, відмовлявся Вірвун, щоб ви йому роз'ясняли, скажімо так, якихось прав там, чи не було з його сторони відмови? Тому що, ну, ви кажете, він закрився, тобто своїми діями може відмовитися, щоб ви... Ну, в определенный период, в определенный момент времени, наверное, своими действиями, тогда, когда он был закрыт. Потому что я не подходил к машине и не начинал диалог. Но в законе не прописано, с какой именно минуты, секунды нужно разъяснять права человека. Вот. Я первое, что сказал, что будет составлена постанова, у вас есть 10 дней для ее оскаржения, 15 дней для проплаты штрафа, если вы, в том случае, если вы с ней согласны. Дальше диалог... Не состоялся. Нормально. По причине? Ну, по причине того, что человек не шел на контакт. По поведенке самого водителя, так? Яка выразилась в чем? Ну, в частности, в том, что человек, ну, как бы, то, что он находился в машине, он закрылся в этой машине. Да, это его право, но, как бы, если человек закрывается в машине и поднимает стекла, то, ну, наверное, диалог на этом приостанавливается. Это было не все не на протяжении всего времени, но тем не менее такой факт уже был. Также была предложена медицинская помощь, потому что данный человек сообщил о том, что, что ребенок, который находится на сиденье, на заднем сиденье автомобиля, он плачет, ребенок переживает, нервничает, потому что человек этих людей вез, они опаздывали. Вот, на что я сказал, что мы можем предложить медицинскую помощь вызвать. Можно еще один вопрос? Да.
Скажите, пожалуйста, вот эта ситуация с ребенком была так, значит, когда вы меня остановили, там, здравствуйте, документы, там, вы проверили, я вам предоставил свои документы, вам не пришлось меня вытаскивать из запертой машины, как вы сейчас говорите, что я закрылся, там был неконтактен. Я вам все показал, все предоставил, насколько я помню. Вы не возражаете сейчас? В определенный момент времени это было так. Да. Вы меня дальше продолжали задерживать? Это было не задержание. Ну, я извиняюсь. Нам необходимо время. Извиняюсь, вопрос задаю. Вы меня продолжали задерживать по неизвестной мне причине. Когда я спрашивал у вас причину задержания, вы мне отвечали, что? Это не задержание. Это не задержание. Это время необходимо для состояния. Это уже было после того, как я вам предоставил все документы, как все было уже дано. Вы мне разрешали дальнейшее движение? Нет. Не разрешали. Когда прошло уже определенное время, там, не знаю, наверное, минут 20, не меньше, так навскидку, ребенок плакал сзади, я к вам подошел с такой просьбой. Я сказал, давайте так, вот у вас все есть мои документы, я вам все предоставил, давайте я сейчас отвезу женщину с ребенком, который плачет, сидит в машине. Вот тут буквально за углом там немножко, я их отвезу и вернусь, и вы мне разрешили уехать? Это я не могу прокомментировать, подходили вы или нет, я просто не помню. Для этого нужны видеодоказательства. Угу. Это было давно, и я сегодня после второй ночной смены, я не помню, честно говоря. Пока нет вопросов больше. У вас есть вопросы? Нет, просто нет. Тоже. Так, хорошо. Больше присяжные планы пока что занимают, это они будут присяжные. Вы есть пояснение. Ваша честь, хочу ще зазначити, що каже позивач, що він пред'явив всі документи, але з відеозапису видно, що він відмовився пред'являти поліс обов'язкового страхування власників цивільного автотранспорту. І на протязі всього відеозапису, який там є, там просто він до певного часу, він так його і не показав. Тому відпускати його навіть підстав не було, тому що неодноразово інспектора просили представити цей поліс у зв'язку з тим, що на нього складаються матеріали адмінправопорушення. Позивач відмовлявся. Також він стояв на своєму, що там немає розмітки. Коли приїхав командир роти, він пішов з позивачем саме до того місця, де вони виїжджали, то там чітко видно на відеозаписі, щоб переконатися дійсно, чи був там розрив, чи не розрив, чи там просто затерта ця лінія. Підійшли, подивилися, оцінили цей факт і прийняли в зв'язку з цим рішення складати остаточну постанову. І вже в зв'язку з цим склали постанову, водія відпустили. Жінка в цей час скористалася, наскільки я бачив по відео, вона просто чи на інше таксі пересіла, чи на маршрутку. Ще хотів би зазначити з приводу печатки, що відповідно до вимог Кодексу України про адмінправопорушення обов'язковим елементом постанови не зазначено, що повинна бути печатка. Печатка проставляється у нас в управлінні після того, як здаються в кінці зміни інспекторами ці постанови. Вона проставляється в адмінпрактиці і дані постанови вже зберігаються чи надсилаються до виконавчої служби вже з печаткою установи. Так. Є питання у вас? Я маю питання до ответчику. Ви можете ще сказати, через яке время після установки ви почали складати ВДП? Примерно только. Точно не скажу, я не засекал время. Ну, скажите примерно. Около 10 минут. 10-15. И сколько вам понадобилось времени для составления протокола? Довольно-таки продолжительное время, потому что вы не шли на контакт для заполнения сейчас, протокола. Сейчас, извините, я не должен помогать вам составлять протокол. Там есть документы, которые обязательны для заполнения. Я вам предоставил свои документы. И сказал, составляйте постановку. Я разумею. Примерно еще час вы складывали. Это растянулось, почему? Потому что человек не шел на этот час. По времени? Минут 15, наверное, ушло. Нет, господин судья, там не 15 минут ушло. Они меня удерживали 38 минут, причем они стояли, они не знали, что им делать дальше. Они говорили, мы будем вызывать старшего. Сидели, мы ждали старшего, приезжал старший, что-то им они там шушукались, что-то объясняли друг другу. Потом старший так, категорически... А які документи ви складали? Постанову і ще ви сказали протокол? Ні, протокол зараз не составляється вместе з постановою, тільки постанова. Тільки постанову складали? Протокол не складали? Ні. Письмових пояснень, ви сказали, на окремих листах не надавав позивач? Не надавав. Усні якісь надавав?
Ну, человек просто был не согласен с тем, что с его нарушением. Устав повідомив, що він не згоден. Да, и, кстати, ну, я тоже вспомнил, человек не предъявлял полис обязательного страхования. Mm-hmm. То есть, который предъявляется в двух случаях. В случае нарушения правил дорожного движения в Украине и в случае ДТП. Ну, в данном случае на наше рассмотрение, нашего экипажа, либо на моем, было нарушение правил дорожного движения. Ну, то есть тот случай, когда водитель обязан предъявить три документа, водительское удостоверение. Ну, постанова, яку зараз скаже, це за частини першої 122-ї, так? Зараз ця ж основа складається. Складалась тільки одна постанова чи декілька? Ні, одна. Одна. Ну, дві бумаги, копія йде і оригінал. Ну, це конкретно це право порушення, так? Так, одна. Так, все, більше нема питань, да, до вас. Пояснення ми надали. З приводу дослідження документів, присядьте, будь ласка, доданих сторонами. Хочу запропонувати встановити порядок дослідження доказів, в тому числі спочатку дослідити письмові документи, а потім відеозапис, оскільки, як ви зазначили, ви надасте їх в следующем судовом засідані. Такий порядок, скажімо так, підходить сторона? Письмо відео? Или сразу, когда уже видеозапис оглянуть? А сейчас все можно? Ну, видеозаписи ж немає. Сторона заявила про те, що вона є, але технічно не воспроизводить. Є, я ж говорю, на флешке є ось здесь. Так можна спеціально просто потім перекинути на диск і все. Якщо ви наполягаєте на долучені до матеріалів справи відеозапис. Так, це наполягає. Там видно саме факт, що він не предоставляв полісі страхування, і розмітку добре видно, і саме спілкування з громадянином, як він себе вів. Тобто ряд обставин не тільки. Ви визнаєте ті факти, всі визнаєте, які вони зазначають? Тому всі, ні, не всі. Не всі. Тому для того, для об'єктивності та всебічного розгляду справи, можливо, ну, дослідити. Значить, таким чином і зробимо. Скільки часу взагалі необхідно, щоб ви надали це відео? В принципі, пару часів я можу з'їздити на роботу, записати її. Так. Пару часів. Там підтвердження. До свидания.